середина сентября, и Лукомоли наконец-то показывает свой обалденный лимонно-желтый окрас. То есть на протяжении всего лета она была такого ярко-лаймового цвета. Видите, как ее... Как-то я один разик не посыпала. И посмотрите, как полакомились. В принципе, все остальные нормальные. А за счет того, что у нее очень мягкий и нежный лист, ей улиточки и жучки всякие замечательно. То ли пообедали, то ли поужинали. Но сейчас мне хотелось бы просто вам показать вот этот вот окрас, когда она приобретает желтый, яркий-яркий желтый цвет. То есть прекраснейший сорт. Немножко капризный, есть у него свои такие моменты. За ним надо глаз да глаз, то есть солнце он не любит. Но если с ним подружиться, то можно добиться прекрасного результата. Вот такой вот Лукомоли, немножко поеденный, но тем не менее это не мешает мне вам показать его шикарный ярко-ярко-желто-лимонный цвет осенний.